Ну и еще немного о теме транспорта. На мэрию из-за отмены 27 маршрутов прокуратура подала в суд. Новость стала известна сегодня. В ведомстве приняли такое решение после того, как администрация Омска не отреагировала на требование изменить постановление о порядке отмены маршрутов на территории города. Уточню. Ранее в этом документе прокуратура нашла коррупционный потенциал. Специалисты ведомства посчитали, что решение чиновников департамента транспорта основано на спорных аргументах. Например, формулировки, по которым изменили маршрутную сеть, звучат как, я цитирую, «развитие территории города Омска». И еще одна цитата – «создание центров пассажиропотоков». В прокуратуре говорят, что по этим же причинам можно не только сокращать маршруты, но и открывать новые направления. А убедительных аргументов в постановлении прокурора не нашли.